Ego161, и сегодня я хотел бы немного рассказать вам о патче 3.5.1 и об изменениях, которые он привнес, а точнее о переработанной серии кораблей 300i и возможности их кастомизации. Как это сделать, я расскажу и покажу дальше. Также мне хотелось бы добавить то, что Cloud Imperium Games на своем сайте писали о том, что вместе с выходом 3.5.1 начнутся бесплатные полеты. И вместе с этим они также предоставляют корабли серии Origin, то есть серия 300i, 600i и 85X и M50, которые даются бесплатно на определенный период времени. Честно скажу, сам не знаю на какой. Вот моя модель корабля 325А. Я смог ее кастомизировать, потому как она есть в моем ангаре. То есть я его купил, чтобы была возможность кастомизировать корабль серии 300i, нужно для начала его приобрести. Возможности кастомизировать другие корабли пока нет. Пока эта возможность есть только с этими кораблями. И делается все это через сайт. Позже я покажу как. Сейчас хочу сделать небольшой обзор на свой корабль 325. И как вы уже успели заметить, мой корабль имеет совершенно другой окрас, нежели оригинал. Теперь посмотрим, что у него внутри. Смотрим интерьер. Что тут можно изменить? Можно изменить кресло с обычного на вот такое спортивное, скажем так. И руль также можно изменить. Также можно изменить цвет панели. Также меняется сам вид задней стороны кресла. Помимо этого, также меняется цвет этих и этих панелей. Помимо этого, также можно добавить такие предметы интерьера, как такая мультиварка, которая, кстати, работает. Можно добавить вот такую лампу себе. Правда, почему-то она не работает. И кофемашина, она тоже не работает, по крайней мере. Есть кружка, с которой можно попить. Также можно менять цвет и логотип на постельном белье. Помимо этого, также можно добавить себе вот такие голографические часы и голографическую фоторамку, на которой время от времени сменяется картинка. Ну, на этом, пожалуй, все. Да, и, пожалуй, соглашусь с тем, что изменения довольно незначительные, но, по крайней мере, скажем так, это первая интеграция. И хочу вас предупредить, то, что когда будете кастомизировать свой корабль, знайте то, что это можно сделать лишь только один раз, и изменить это никак нельзя. Теперь же я вам покажу, как это сделать. Переходите на сайт robertspaceindustries.com и заходите в ваш аккаунт, точнее в раздел «Мой ангар». И там уже, если у вас имеется корабль серии 300i, просто раскрываете вот эту вкладку и ищите вот подобную иконку с вашим кораблем. И в этом месте будет кнопочка «Customize». У меня ее нет, так как я уже изменил свой корабль. Если вы этого не сделали, у вас она появится. После нажатия на кнопочку «Customize» вы перейдете в меню изменения вашего корабля, где по вашему вкусу измените корабль. Ну и на этом все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго.